Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Тамелина Скей. Продолжаем песню Нуны. И не говори! Вообще не соображу, где мы! Нужно это осмотреться! Уже не знаем. Давайте осмотримся. Эй, Вилл! А что это? Я вижу шнурок! Я имел в виду, зачем он тут? Интересно, для чего он? Сейчас и узнаем. Похоже, есть лишь один способ узнать. Что значит плохая идея? Расслабься, дружище. Надо обязательно дунуть. Мне кажется, тоже это плохая идея. Это было великолепно! Даже громче, чем твой храп, Вилум. Ого! Вилумб? Мне начинает казаться, что не стоило дуть в этот рог. Ты видел? Что это? Волк? Валибир? Тот самый Валибир? Уверен? Ого. Ой-ой. И как с ним драться? Мишка? Что Браун сказал на мосту? Главное, герой бежать! Валим отсюда, Вилум! Бежим! Он прямо за спиной! Ау! Да блин! Я пытаюсь. Фу. Мы спаслись. Ой, он упал. Вроде оторвались. Во! Пронесло. Да ты что? Фу, теперь мы спасены. Пронесло его. Я на 99% уверен, что спасены. Бабочки. Кошмар. Это правда был Валибир? Прямо не верю. Жаль, Браун не с нами. Так, нам куда? Ага. Фига там как птища. Ух, громовой рык! Он помог создать Фрейор, ты знал? Наталь все время поют про него песни. Очень древние песни, типа предостережения. Зараза. Надо пригнуться. Ого. Да больно же. Зараза. А. Ха-ха-ха!
О, ура, ура. Нужно применить бабах шишку. Другому не выйти. Да ладно, все так просто. Почти. Он разозлился. Вилум! Только не ешь! Только не ешь! Только не ешь! Что это там? Дети Оливии? Детеныш Натай и детеныш Сгор? Вместе? Старый мир объединен! Готов к славной битве! Сестра гордилась бы! Покажи свою силу, тогда выживешь. Он не умеет. Его не учили. Ладно, время еще есть. Смотри, настоящий рык. Нифига там, Мишка. Невероятно! Но я вряд ли смогу рычать, как ты, любезный сударь Валибир. Ну, сможешь рычать, как ты, малыш. Рык, истинная сила, придет изнутри. Ясно. Начинаю понимать, настоящий рык придет изнутри. Непонятно. Ступайте. Долго вы меня тревожили. Отдохну. Наберу сил перед грядущим. А как уж ты говорил нам отсюда выбраться? Мы ищем крылатую гору и... Рамшару. Конечно. Да уже ладно. На месте. Спасибо. Спасибо. Благодарим, о великий мудрый медведь. Мы сейчас увидимся, малыш. Однажды. В канун битвы. Если тогда вы не найдете то, что ищете, убью вот этими лапами. Шутка огонь, сударь Валибир. Он же не убьет нас за правду, да, Вилум? Вилум. Его не научили, получается. У нас получилось, Вилум. Как Валибир назвал это место? Рамшара? Да хорош, Вилум. Надо радоваться! Мы сразились с Валибиром, и нам есть что рассказать! И мы, наконец, дошли до Крылатой горы! Но, как знаешь, кажется, теперь надо пробраться внутрь! Его не научили... Получается, вы должны были учить чему-то. Сорян. Так, а тут что? Вилум, можешь меня спустить? Песенка. Песня. Немножко грустно. Напоминает мне о маме. О наших людях. Особенно вот. Закованы армии в проклятый лед. Застыли мечи. И никто не умрет. И я скучаю по дому. И по маме. Красивая мелодия. Ну, идем. Thank you.
да. Это что, йети, да? Угу. Здоровенные! Вилм? Нам надо дверь открыть. Ты знаешь, где мы? Так ведь? Скажи, ты здесь уже бывал? Да? Ладно, хорошо. Давай просто откроем дверь. Угу. Еще пути. Так. Так, один есть. И чего Вилум такой мрачный? А здесь нужны лапы. Мы почти добрались до крылатой горы. Угу. Ладно, идем. Где лапы-то брать? Где этот лед? Здесь нужна кузня. Кузня? Тут только одна. Я не вижу нигде. А если... Давай попробуем. Идёшь? Так, сейчас большие поставим, потом маленькие. Пойдем. Что я другого выхода не вижу? Как еще сделать? Ага, правильно. Да, путь открыт. А внутри нас ждет сердце синевы. Ведь так, Вилум? Нет, так? Наверное. Что-то он не радостный. Вилум, ты же знаешь, что я всегда выслушаю.
Правда? Йети? Это поселение Йети? Ничего не понимаю. Мы же с тобой семья, Вилм. Я думала, ты больше не будешь от меня ничего скрывать. Вот бы Браун был здесь, он бы точно не стал от меня ничего скрывать. Мы упали. Ой-ой-ой. Я нечаянно. Ау. Простите. Ой. Извините. Ау! Я же не знала. Приехали. И куда мы приехали? Мы приехали. Сохранение. Опусти меня, пожалуйста. Это все же было поселение Йети, наверное. Вроде бы Йети, но странные, страшные и дикие. Они как будто дрались между собой. А почему они покрыты льдом? Как это снова превратились? А до того что? Как это случилось? Что случилось? Где это мы, Вилм? Вилм, все нормально? Что-то с ним не то. Здешние Йети на Вилумба вообще не похожи. Интересно, это точно его племя? Вилум? Вилум? Ой, не уходи, пожалуйста. Я не успеваю. Да чего же ему грустно? Лагерь Натай. Мне было грустно. Тебе тоже одиноко здесь? Мы ведь скоро увидимся, правда? Надеюсь, что ему полегче будет. Чит. Да чего же ему грустно? О чем бы с ним поговорить? Эй. Ой! Только не падай вниз. Ду
можно поболтать о крагах, о брауме, о пора, о еде. Прикольно. Музыка такая везде. Вилум. Эй, Вилум. Если тебе грустно и неохота говорить, не страшно. Есть поговорка: печаль — это ледяной волк. Слышал такую? Ее знает каждый на Тайхе, у мамы есть об этом песня. В общем, печаль — это ледяной волк. Как бы она ни выла, не надо ее кормить. Про двух волков? Я вроде бы понял, о чем речь. К ледяным волкам лучше не подходить, но все равно чего-нибудь станет больно. Что поделать, это жизнь. Да. Да. Печаль — это ледяной волк, дружище. Но с тобой всегда буду я. Обещаю. Хороший друг у тебя, Вилум. Так. Ой, ой, ой. Рамшара, а что это, Вилум? Дом? Твой дом? Или вообще всех йети? Всех? Ого! Вилум, как здорово! Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Красиво. И все же интересно, вот что с ними случилось, да? Почему друг на друга начали нападать? Вау. Эй, Вилум, ты куда? Красиво. Ого! Целый город йети! Это был. Просто обалдеть! Когда-то. Город надо осветить? Хорошо, давай! Так, понятно. Далеко, ясно. Вау. Пойдем. Так. Так, а куда нам? Сюда. Ух ты! Ой, еще? Нивия! Ага. Опять. Выходит, йети били в барабаны? А что они делают? Йети поклонялись Нивии? А, там все сложнее. Ага. Yeah.
О! Я поняла. Надо созвездие включить. Ух ты! О, круто. Готово! Рамшара снова ожила! Прикольно. Волшебная горка Йети! До чего я их люблю! Покатились! Так, а куда покатились-то? Тебе здесь прыгать не нужно. Прикольно. Быстрей, быстрей, еще быстрей. Да куда быстрее-то? Разбиться хочешь? О, барабан. Что за этой дверью, Вилумб? Сокровище твоего народа? О, сокровище! Сердце синевы! Надо открыть эту громадину! Барабаны. Барабаны. Как мне? Так, а это вниз, да? Я поняла. А как Йети смогли все это построить? А горки? А что с едой? Йети делали что-нибудь не изо льда? Так Йети же ледяной магией умеет пользоваться. О, еще. Ой, ща песенка. Остыл наш очаг. Вилла, может, здесь говорится про твой дом? Про Рамшару? Да, точно, послушай-ка. Но помню я все наставления Натальи. Сначала обдумай, потом приступай. Как будто Натай и Йети друг на друга похожи. Как мы с тобой. Правда, здорово? Ой, неужели? Да! Так? А что, Йети создавали истинный лед? Это как вообще? Как у них получалось? И зачем он был нужен? Разве может быть слишком много вопросов? Это же все так интересно. А что еще умели Йети? У них были другие способности. Так, а что надо? Скоро узнаю. А скоро это когда? Вилум, ты нарочно меня дразнишь. Это какие-то расы, да? Еще? Да, 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 да. Это смотри, рельсы. Горка появилась. Можно идти дальше. Это горки.
Слушай, Вилум, если бы Йети и Натай встретились, они бы поладили? В смысле племена? Мне кажется, у них столько общего. Да нет же, я не только про еду. У нас похожие песни и рассказы. По-моему, Йети и Натай крепко бы подружились. Едет наверх. О. Ну блин. А как мне тогда? Ничего не понимаю. А если ее с той стороны? О. Угу. Второй уже близко. Еще бы. Ясно. Барабан составляет линии двигаться. О! Так. Ага, вот. Барабаны, горки, барабаны. Вилум, скажи, а как Йети развлекались? Пели песни? Йети? Серьезно? Почему нет? Я же слышал, как ты поешь. Ты же распугаешь всех ледяных волков в округе. Просыпайся, кражик. Так. Идем, идем. Зайчик, ты идешь? Так, а что там? А-а-а. Давай вниз. Этот рисунок не похож на другие. Такой мрачный. Их будто на части раздирают. Хм. Мне правда жаль, Вилум. Мы видели одичавших Йети. Надеюсь, хоть этих не встретим. Они жуткие. Я поняла. У них типа вот эта вот штука вселялась, я так понимаю. Почти не считается.
Так. Сейчас мы на второй барабан проехаем. Не-не-не-не-не. И останется третий барабан. У-ху! Тюм! Второе есть! Ну и гул от него! Еще один и все! Слушай, Вилум, можешь мне кое-что объяснить? Вот три сестры объединились с Йети и пошли на войну с бездной. Они ведь победили? Вместе? Ну, наверное. Пожертвовать? Не понимаю. Они ведь спасли мир, разве нет? Подождать? Ты говоришь совсем как взрослые. Подрастешь, узнаешь. Пожертвовать? Чем пожертвовать? Сила Йети или чем? Ага. Да! А. Ты зачем спрыгнул? Я ж тебя не просила спрыгивать. Да нет же! Блин. Яблочко! Да! Да, да. Фух, ура. Ну да, наверное. Ого! То есть все были равны? Получается, вы совсем такие же, как Натай. Только покрупнее и более лохматые. Последний барабан далеко. Но далеко? Я его вижу. Еще чуть-чуть. Ага. Вон, да? Так, волки. Опять волки. Все, можно прыгать. Быстрее, Ниви! Не должны обойти! Ай!
Пора заканчивать. Блин, эти шарики еще. Вот так. Вот это сзади. Так. Ой, мы засели. Пора заканчивать. Заморозка. Победили. Они ведь из-за темного льда такие сильные, да? Так, мы отсюда пришли. Нам наверх. Ого, какой ты мудрый. Зло лишь кажется сильным, но оно уязвимо. Ты ети философ. Так, сюда тоже надо. Эту штучечку. Чего не получается? Блин. А, вон. Окей. Я не могу допрыгнуть. А почему? Смотри, вот и последний барабан. Мы так, почти надо... уцели. Я, конечно, все понимаю, но где? Смотри, осколки волшебного льда. То, что нужно. Опусти меня, пожалуйста. Да, то, что нужно. Вилум, я тут осмотрюсь немножко. Увидимся. Тут тоже волшебные осколки выросли. Так, а если как-то эти притащить сюда? Я думаю, как тебя поднять, дружище. Тут эти должен.
Так. Плохая идея. Береги! Так. Это у нас что? Так можно повернуть статую. А, вон. Теперь вот эту. Получается, эти могут пользоваться истинным домом. Так, теперь вниз опускаем. А-а-а! Куда ты разогнался? А теперь поворачиваем. Теперь можно спуститься и забрать. Да. Можно спуститься и забрать. Короче, ноты уже наизусть выучу. Последний барабан. Да! Открыто! Сохранение. Так, ладно, ребята, на этом мы пока закончим. Дальше будет, наверное, интересно. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч. Всем пока-пока.